По мнению жителей и гостей курортного поселка, за последние несколько лет этот район города изменился до неузнаваемости. По данным муниципалитета, отремонтировано почти полсотни многоквартирных домов, благоустроено 25 дворовых территорий. Приведены в порядок дороги, на контроле края переселение из ветхого и аварийного жилья. Призвано аварийными и непригодными для проживания 11 домов в микрорайоне Хоста, из которых 6 домов – это Сухумское шоссе 25/8, 33/4, Краснополянская 12/14, Туренко 7, Шоссейная 3, включены в адресную программу по отселению граждан из аварийного жилого фонда до 2017 года. На 2015 год включены 2 дома – это 25/8 и 33/4 по Сухумскому шоссе. Стало больше в Хосте и благоустроенных зеленых зон. К примеру, в этом году в муниципальную собственность удалось вернуть парк в районе железнодорожного вокзала. Теперь здесь сквер влюбленных. Парк 50 лет Победы помогали проводить в порядок активисты местного ТОСа. А теперь оказалось, что на часть этого земельного участка претендует один из жителей микрорайона. Планирует построить там кафе. Это просто хамство в парке Победы выхватить земельный участок. И сегодня он там собирается через суды получить разрешение на строительство. Да, люди не понимают, что у нас есть святое что-то, и прежде всего это святое как раз и есть наша Победа и наши ветераны. Никогда этот земельный участок в парке его не будет. На сходе говорили и о новой системе расчета оплаты за вывоз мусора. Напомню, с января этого года САХ взимает плату за каждый квадратный метр жилой площади. Хостинцы считают, что это неправильно. Глава города пообещал в ближайшее время разобраться с этим вопросом. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.